можно у девочки спросить, а чё, когда замуж? А чё ты замуж не выходишь, а? Чё, не берёт, да, никто? На, женихов-то нет, наверное, да, уже не молодая. Да как не молодая? Может быть, девочка не хочет. Может быть, такое? Конечно, может быть. А пацанам? Чё, когда женишься? Женишься когда? Уже, смотри, там все женились. Уже все женились и развелись. И потом опять женились. Чё, тоже надо жениться, там быстрее замуж выходить, и девочкам тоже. Ребят, у каждого свой путь, у каждого своя дорога, свое направление. Вот здесь все за нас записано уже, да, замечательное выражение. Но, тем не менее, надо как-то подходить к вопросу ответственности. Не по шаблону же бегать, прыгать все подряд, но иметь совесть. Госпиталь строится слева, достраивается. Здесь будут делать операции. Хирургическое отделение. Самый выгодный бизнес в госпитале. Будут жить люди, столько они и будут сюда приходить. К тому же времена такие, что с каждым временем болезней все больше и больше. Не меньше и меньше, а больше и больше. Все новое и новое. Кто их придумывает и грузит на нас, я не знаю. Идет бедолашний вдоль обочины, видали, штаны висят на коленях. Е-мое! У человека, а иди, штаны висят на коленях, одной рукой держит штаны, которые висят на коленях, и светит всем своими трусами. Начинаются очистные. Район ароматных запахов. Дальше все, как оно есть, ничего интересного. Где-то ближе к Арлингтону, где мне выгружаться, там и встретимся. Кое-как выползли на 405-ку. И вот нам сразу открывается вид на Белловью. Есть такой небольшой городок. Он такой очень компактный. Влево, вправо, размерами по площади он небольшой. В большей степени это, так сказать, деловой центр. Вокруг которого есть небольшой частный сектор. Я не знаю, почему так получилось, почему именно вот сюда, вот здесь, на этом островке, понастроили этих многоэтажек. Ну, я понимаю, в Сиэтле, да, там места уже нету. Там, чтобы построить новое, надо снести какое-то старое. А здесь взяли вот такой свободный большой пятачок и обустроили. И сделали из него такой деловой центрик. Ну и
понятное дело, что вокруг него уже размещаются жилые кварталы. Жизнь здесь дороже, чем в Эверетте. Здесь и бензин дороже почему-то, и то, и сё. Ну, понятно, что здесь налог на землю дороже, налог на имущество здесь дороже. Вот потому, как считается, престижное место, а за престиж надо платить. Ну вот люди и платят. Я в год козла родился. 1779, год козла. Таким вот я был. Много лет тому назад. Да, такой же белобрысый. Белобрысый. Бабушка гоняла меня. Не могла загнать, вернее, да? А так надо было привязывать меня. А то уйду утром, а приду вечером, через день. Вот такой у нас контактный зоопарк, бесплатно все. А вы там денежки платите, бесплатно, смотрите, прошел. Ну я сейчас 10 000 потратил, если по городу. За престиж надо платить. А все тут бесплатно у нас, да? Поцелуй. Ты кто, козел или коза?
Ну все, давай. Всем привет, все. Пока. Кое-как. Как можно у девочки спросить? Роза, как себя сорвать, чтобы было не поздно? Шипами колючими бок, я под гипнозом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.